Так как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Елена. И? Александр. А из Ивановской области. Приехали в город. Как называется у вас? Приволжск. Отлично. Где у нас остановились? На Мира. Галла-Пальмира. Галла-Пальмира. Это all inclusive, три звезды? Да, да. Вау. Скажите, пожалуйста, сколько стоимость сейчас проживания в сутки? У нас без перелета? Так, без перелета, без дороги, где-то 4 с чем-то тысячи у нас вышло. В сутки? На двоих? Да, на двоих все включено. Что там включено? Все. Вообще ну, шикарный отель. Давайте по порядку, вот номер. Номер хороший, чисто, очень сколько чисто. Сколько квадратов примерно? Порядка, наверное, 20. Ну, хватает места, да? Да, санузел, все в номере, никуда ходить не надо? Нет, нет, ничего не надо. Кондиционер есть? Да. Тепло сейчас? Даже полы подогреваемые. О, шикарно, слушайте. Да. Бассейн с подогревом? Да. Обслуживание номеров сколько там раз? Раз в сутки. То есть каждый день убираются, чистят? Каждый день, да. Все, они соблюдают все нормы, которые очень сейчас с анпинами предписаны. Питание вообще суперское. Шведский стол у вас, да? Да. То есть вы довольны на все 100%? Да, вообще, прям столько погоды, конечно. А что, сейчас солнечно? Ничего. Подождите, давайте пока по Пальмире. То есть, мне просто интересно, подогреваем бассейн? Да. Работает, да? Работает. То есть вы... Да, но момент, я вот сейчас выходил из отеля, бассейн 20-25 градусов. То есть, стоит термометр? Да. Можете купаться, да? Отлично. Ну, да. В принципе, конечно. Хорошо. Единственное, очень маленькая территория. Не хватает. Ну, у нас земля золотая здесь, ну, поэтому... Да. Мы просто отдыхаем здесь с 2009 года. Угу. В Анапе в основном. У нас уже там свое место, там уже знакомые все. А в этом году из-за Турции, то, что не получилось слетать в Турцию, нам перенесли путевку, мы вот решили не взять. Ну, вообще, в целом, вы довольны или нет? Ну, как бы сказать, не хватает немножко развлечений. Вы еще не слышали? А до какого числа у нас? Мы до 14-го. Слушайте, вот сейчас, вот завтра, послезавтра, вот тут обещают запуститься, вот Орион уже работает. То есть я сам понимаю, что, ну, пока грустненько, да, по поводу развлечений, ну, да, но конечно, у нас да. К июню только все стартуют. Хотя я всех всегда прошу, ребят, начинайте с мая, ну, посидите, подождите. Ну, люди будут подтягиваться, если будут видеть, что есть куда ехать. Сейчас людей вот этот отпуск. До 11 числа. Не смотрели вы, что творилось вчера в Анапе? Я вот вечернее видео выкинул. Нет, к сожалению, вчера хотели съездить, но... Вот зря не поехали. Да, все работает. Веселье. Вообще прям людей столько, что я сам в восторге был. Какой салют красивее еще здесь, был. Здесь, кстати, народу очень много. А у вас, нет. Кстати, в отеле много людей сейчас? Сейчас нет. Вот разъехали. Да, разъехали. Сегодня, идем праздник, вчера идем. Очень много выехал народ, потому что людей нам до 11 числа. Угу. Завтра работу всем, то есть вот все выехали. Ну, вообще, как думаете, вот стоит или нет приезжать? Ну, в сезон, да. В сезон стоит. Сейчас? А так, сейчас, ну, как сказать... Наверное, кто зачем? Отдых, то есть, вот, допустим, вы же постоянно в Анапе в летний сезон, допустим, то есть вам больше нравится, когда толпы на пляже? Ну, конечно, ну вот сейчас в море не залезть полностью. Я сейчас иду купаться, проверим. А мы смотрим каждый день. Ребят, спасибо вам за ваш отзыв.